В пятницу из Харькова в Эйндховен на двух транспортных самолетах были отправлены тела еще 74 погибших в авиакатастрофе малайзийского Боинга. В траурной церемонии в аэропорту приняла участие глава внешнеполитического ведомства Австралии Джулия Бишоп. Она сообщила, что направленным на Украину австралийским специалистам будут помогать 100 невооруженных полицейских. Они станут дополнительными глазами и руками следователей. Это будет гуманитарная миссия под руководством полиции. В ее состав войдут патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты. Мы должны гарантировать им работу в безопасных условиях. На месте крушения авиалайнера уже приступили к работе малайзийские и голландские следователи. Нидерланды взяли на себя руководство расследованием этой авиакатастрофы. Среди погибших 193 пассажира были гражданами Нидерландов. По всему миру люди отдают дань памяти жертвам авиакатастрофы. В пятницу в мечетях Малайзии вознесли молитвы за погибших пассажиров и членов экипажа малайзийского «Боинга».